Всем привет! И мы снимаем Whisper Challenge! Да, всем привет! Суть данного челленджа заключается в следующем. Мы с Таней по очереди будем одевать наушники с громкой музыкой. И будем друг другу загадывать какие-то слова, то бишь произносить их вслух, а человек с наушниками будет их отгадывать. Данный челлендж будет очень веселый, очень интересный и очень смешной. Нужно выяснить, кто первый начнет. Как обычно? Да. Раз, два, три. Как обычно, Таня лузер. Таня уже сидит в наушниках и включила музыку, поэтому мы начинаем, и я задаю ей первое слово. Готова? Олень. Кот? Олень? Да. Теперь я на очередь. Начнем. Как он будет тупить? Прокладки. Шпаргалка? Прокладки. Мальчик никогда не отгадает. Прокладки. Спартанец? Прокладки. Магазин? Ты. Прокладки. Прокат? Прокладки. Зажигалка? Прокладки! Тупой, что? Что? Прокладки. Always! Я не понимаю. Прокладки. Что ты за слова загадываешь? Я не понимаю. Прокладки. Да? Когда я показал? Дерево. Что еще раз? Дерево. Зелень? Дерево. Дерево. Стол? Дерево. Наушник. Дерево. Я. Говори, мама. Дерево. Телефон. Дерево. Камера. Дерево. Телефон. Тампоны. Девочка. Дерево. Да. Вторая попытка каждого из нас, и поэтому поехали еще раз. Жвачка. Ладно. Море. Поле. Море. Океан. Рядом море. Горизонт. Даль. Океан. Море. Лужа. Море. Ты не могла. Дальше. Баскетбол. Спорт. Баскетбол. Наркотики. Баскетбол. Да. Косяк. Не, уже все, моя очередь. И вот закончился наш Whisper Challenge. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.